Бесплодная земля, на которой лежит проклятие древнего хаоса. Это Папич. Она рождала лишь насилие, поэтому люди бежали отсюда. Но потом пришел наш повелитель, король слоновой кости. Мой великий повелитель, настоящий король. Именно его прекрасная душа создала Элим Лоис. И остановил распространение хаоса. Но голод хаоса было не просто утолить, поэтому королю пришлось отдать свою душу. Так, еще что-то надо спросить. После этого король лишился энергии и попал в самое сердце хаоса. Элим Лоис застыла во времени, она лишилась правителя. Я осталась здесь, чтобы остановить хаос, ведь такова была воля моего господина. Блять. Возможно, однажды он вернется.